Сегодня я вам расскажу о Hamster Combat. 26 сентября все ждут, наконец-то будет дроп. Я хочу вам сказать, какая будет цена, сколько у вас, вы уже сами сможете посчитать от прибыли в час, от прочего и прочего. И сейчас вам все будет ясно, доступно и понятно, реальная цена, ту, которую стоит ожидать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Что можем сказать по Hamster Combat? Советую вам сначала закупить скины, чтобы вы все получили 25 скинов. И последние там 3 скина вы получаете за то, что будете выполнять ежедневный заход и забирать бонусы. То ключи, то деньги, то скин на 7-й день. А вообще вы где-то около 2 миллиардов примерно плюс-минус потратите только на эти скины. Ну примерно так до этого. Мне там еще докупить нужно вот, по-моему, 5 скинов. Вот этот. Все, самый жирный. Вот, все остальное, как получить карточку 25 уровня, это вам нужно зайти в раздел Legal, вот она здесь, она будет стоить примерно 750 миллионов, конечная, именно на 25, и все, это то, что вам нужно знать. Обязательно заходите, забирайте ежедневные награды, ежедневный шифр там на ваше желание, комбо не знаю, потому что там баснословные уже деньги стоят карты, поэтому вот как-то так. Там, ну, мини-игры, ключики забирайте и в игры играйте, или же, если нужно будет ключи, есть генераторы для этого. Вот. Какая же сумма будет? На что стоит обращать внимание? Что, за что будут платить? За общие собранные монеты или за прибыль в час? Я лично думаю, что за прибыль в час. И то, что ключи, как говорят, скины, это все пойдет в дроп, там, не знаю. Но я думаю, за прибыль в час. Если с точки зрения премаркета смотреть, сколько у меня там, допустим, будет 8,5 на выходе, еще там дней 19-20 есть, умножить на 0,01. 85, но я думаю, это без ноля и без двух нулей даже, $850, скорее всего. Вот это вот реальная цена. Либо же мы можем зайти через Tonekeeper, которая вот The Dust есть программочка. Здесь выбираем Hamster, здесь USDT и пишем 8,5. Вот, и будет та сумма, видите, плюс-минус та же сумма. Вот это будет реальная цена, я думаю, будет 0,01 за один токен хамстера. Вот вам и цена, пожалуйста, ребята. Ничего тут, я думаю, сложного нет, людей много очень, и всем нужно раздать, это хайповый проект и прочее. То есть вот так вот, улучшайте, качайте ваши карты. Ну, на всякий случай рекомендую здесь, может, 100-200 миллионов все-таки оставить. Мало ли, может, это тоже зачтется. Не буду вас призывать все вливать. Что-то, да, должны оставить. Я не знаю, уже по вашему усмотрению. Как поняли, копите все скины, которые вам нужно купить. Качайте прибыль в час. Ну и, конечно же, оставьте какие-то 100-200 миллионов, чтобы все-таки на про всякий случай, так сказать, было понятно, доступно и могли от чего-то отталкиваться. Ключи и прочее, все ссылки я, конечно же, оставлю в описании под видео в закрепленном комментарии, но цены таковы. То есть один токен будет хамстер стоить где-то 0,01, то есть сами посчитайте, какая у вас прибыль в час. Точно так же один скин на $1, и ключи будут считаться, скорее всего, по 100 ключей, $10. Вот такая вот будет цена. Там уже, кто его знает, сказали, что все будет важно, и скины вам нужны, и ключи вам нужны, что все это будет как-то суммироваться на дропе, но там будем посмотреть, как говорится. Поэтому как-то так, все ждем, ожидаем, качайтесь и получите свои долгожданные денежки. Дальше больше, скоро увидимся.